Иван, напряженный, интересный матч. Расскажи, как складывался для вас? Ну, матч для нас сложился вполне так себе нормально. Играли уверенно, без страха. В раздевалке тренер дал точную задачу. Задача была поставлена такая. Нужно было оторваться от соперника на максимальное количество очков. И мы в настрое силами вышли и сделали игру. Ты не забил ни одного гола, но тем не менее был одним из самых активных на поле. Как оценишь свою игру? Ну, я считаю, все были равны, я в том числе. Все вложили свой вклад в победу и все выглядели очень достойно на поле.